Итак, дорогие друзья, разберем соло. Вступление покажу одним пальцем. Схемки рисовать не буду. Показываю одним пальцем. Первая струна. Вот такое вступленице. Дальше идет тема. Будете смотреть схемки. Зеленые кружочки – это места прижатия струн. Красные цифры – это последовательность. А черные цифры – это количество раз звучания ноты. Итак, тема начинается. Смотрим схемку. Дальше. Смотрим схемку. Дальше. Смотрим схемку. Потом. Смотрим схемку. Потом. Смотрим схемку. Потом. Смотрим схемку. Дальше идет. Дальше идет. Смотрим схемку. Потом. Смотрим схемку. И концовочка. Дальше припев, так же, как и вступление начинается. Ой. Потом вот так идет. Потом там есть такая еще вставочка. Значит, берется на пятом ладу четвертая, пятая струна вместе. Можно одним пальцем. Четвертая, пятая струна на пятом ладу, и потом четвертая и пятая струна на седьмом ладу.
такое соло маленькое. И потом же припев. Кстати, там, если есть на пятом ладу, например, вторая струна, можете брать открытую первую струну. Я так не беру, потому что если будет модуляция, то все используют каподастер. Я играю струны закрытые, и для меня на тон выше и ниже не имеет значения. Можете себе изменить, играть так, как вам удобно. Ну вот и вся песенка. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, до свидания.